Все, не могу больше. Объелась. Никогда столько сладостей не ела. Еще чуть-чуть и попа слипнется. Что? Как ты тут оказалась? Не ждал. Я пришла тебя сфотографировать. Да как ты смеешь, дерзкая девчонка? Ты разве не знаешь, что я могу с тобой сделать? Не знаю и знать не хочу. Лучше подумай, что я могу с тобой сделать. Со мной не так-то просто справиться. Даже директор школы боится меня. Я мастерски вынесу твой мозг, если он у тебя есть, конечно. Этому меня мама научила. О боже, да что же за наказание такое? Сначала мама свинка, теперь ты. И не нужно так убиваться. Мне всего лишь нужно одно фото с тобой, на память. Ладно, ты сможешь сфотографировать меня, но... Вместе. Что? Мне нужно сделать селфи вместе с тобой. Ты и я в одном кадре. Хоть вдоль и поперек меня селфи, но при одном условии. Помоги мне похитить Габриэлу. Ты в своем уме? Похищение? Это же преступление! Преступление — это то, что вы издеваетесь над бедной сироткой. А со мной ей будет весело. Я собрал лучшие сладости, которые можно достать. Со мной есть о чем поговорить. Поверь, ей тут будет хорошо. Так и быть. Я помогу тебе. Чего не сделаешь ради достижения своей цели? Дельфина, где ты пропадала? Я так переживала за тебя. Девочки, у меня для вас есть сюрприз. Идем со мной к лесу, на поляну. Не томи, расскажи, в чем дело, где ты была? Никаких вопросов. Скоро все сами узнаете. Ты такая загадочная, как улыбка Моны Лизы. Ладно, идем. Ну вот мы и пришли. Эмили, подожди тут пару минут. А мы с Габриэлой сходим вон в те кусты. Только не подсматривай, а то я рассержусь. Хорошо? Договорились. Куда мы идем? Мне страшно. Не волнуйся, все будет хорошо. Габриэла, не пугайся. Познакомься, это наш новый друг Слендер. Он не причинит вреда. Здравствуй, Габриэла. Очень приятно познакомиться. Наш новый друг Слендер обещал мне фото с ним. Габриэла, держи телефон. И сфотографируй нас разиков так 10, чтобы наверняка получилось. Слендер, позируй. Пожалуйста. Отлично, дело сделано. Габриэла, дай сюда фотоаппарат. Пообщайся немного с Слендером, а я сбегаю и покажу фоточки Эмили. Только не иди за мной. Эмили! Эмили! Иди сюда! Сейчас я тебе такое покажу! А где Габриэла? Забудь за нее. Ты лучше сюда посмотри. Сейчас ты обалдеешь. И что тут такого? Я что ли твоих фоток не видела? Но он фотографировался со мной. Кто? Слендер. Длинный человек. Как жираф. Тебе лечиться нужно, подруга. Идем со мной. Может, он еще тут, в кустах. Слендер, ты обманщик! Я сегодня же пойду к директору и попрошу его, чтобы тебя отвезли в местную психушку. Ты мне еще потом спасибо скажешь. Кстати, а куда Габриэла пропала? Продолжение вы сможете посмотреть в сборнике 3-го сезона. Который выйдет вслед за этой серией. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии.